Спасибо! Ну, а эту песню я хочу объявить по-особенному, потому что эта песня специально для девчонок из 80-х. Один очень удачный эксперимент, на мой взгляд, это когда меня пригласили на «Новую волну», на юбилейный концерт Димы Билана, и попросили меня исполнить песню, которую, которую пришлось исполнить. На самом деле, мы с Игорем посидели где-то там недели полторы, наверное, да? Сделали этот трек, прикольный. Ну да.
полосатый закат в сиреневой дымке. И кто-то с экрана ТВ поет о любви. Меня переносят назад эти картинки, где спрятаны в песнях все чувства мои. Белые розы, о, желтые тюльпаны.